Видео после дождя прошел дождь небольшой. Еще на первое погодное видео. Да, вот такой дождик у нас прошел. Среди температура воздуха 23-24 всего лишь тепла. Море тормит еще, наверное. А там еще тучки вон идут. Небольшие, правда. Хотя не знаю. Ну. Намокнем, так намокнем. Как говорится, это не зима, то холодно может быть. В принципе, конечно, не хотел бы, чтобы этой погоды не было, но, увы. Кукушка даже кукует. А так, народу в этих апартаментах практически никого не было. Кстати, мало народу там. Ну, как говорится, мне раньше нет. Чем нет народу, тем лучше. Ну, для меня, вот. Все практически выехали. А так, первый день. Только. Ого, там тучки. Как бы нас не залил дождик, когда мы туда придем на море. Ну, посмотрим сейчас. Море где-то будет 21-22, не больше. Это море даже 20 градусов. Где эти тучи идут? Там море ушли, наверное. Море на нас идет? Ну, что на нас тогда и никогда не пройдешь. Хотел сегодня еще в центр поехать, там кое-что гамрать, потом там погулять, поснимать может даже быть. Ну, посмотрим погодой. Да, в принципе, это... Ну, вот я не помню, прошлый год, как было. Помню, жара. Какой-то год было, что мы приехали, сразу дождь был. Года три назад. Года два или три назад. Два, надо было посмотреть точно. Потому что такая же погода была, плюс-минус. Ну, с погодой не угадаю, все равно. Хоть даже приезжать позже, или наоборот, еще раньше надо было приезжать. А куда раньше приезжать? Если не отпуск, или 19-го был. Ух, там, чего? Тучки. Что, мы вот так пойдем? Куда, сюда? Или мы вот так? А там столько песка. Ну, пойдем так. А так тепло на улице. Холода никакого нет, особо такого. Это у нас там в Липецке, да, холодно. А тут после дождя тепло. Парилка, короче. Слышно, море кормит. До сих пор. Да, слышно. Ох, здесь вольда, красота просто. Даже хоть дождь прошел. Говорите, у природы неплохо погода. Машина едет. Вот сюда стань. Да, машина тут до сюда. Даже с нашего региона есть. 48-го. Нет, где-то там стоял машин. Даже ветра нет. А, море штормит. И ветер, и все. Да. Ой, как погода меняется. Тут море капец не лучше. И жара будет. Потому что... Все же. А вот тут все забито, ребят. Почему-то в частных таких отелях. Вот. Ну, что ты вздрагиваешь? Да. Шаня, ну ты видишь, ты... Пойдем, пройдем. А мы идем дальше, посмотрим же погоду, то и как и дух там попросил был еще ему позвонить на видео WhatsApp. Он ни разу не видел море, ни разу не был на море. Он не получает сколько? 8-й год, 9-й год подряд? Нет, 8-й год подряд получается. И 10 лет
как на море был. Обалдеть. 10 лет. Совсем не. Да, туча вон там. А запах какой, блин, галка ты камень вот не передает запах. Надышишься. Вот это то, что надышишься прям. Столько кислорода тут. Песок такой твердый. После дождика. Да, вон там дождик идет. У моря где-то. Ох, красиво море, блин. Квадрокоптера бы снять. Ну я утром поснимал бы. Если ты не видел утреннее видео, смотрите, на ютубе есть. А волны еще больше стали. Опа. Ага. Бля, Ямайка. Дорогой отель. Да, сейчас утихнет потом все. Вот. Да ну, ой. Надо бахану снимать. Продолжаем. Песочек холодненький. Идем на море. Поснимаем вам погодное видео. Купаться я не буду. Так, мой, ноги оболью, да и все. Вот и дождик пошел, блин. Как бы там не залил дождик сейчас, в данный момент. Там, конечно, не очень, но все. Я в дождь купался как-то в прошлом году, вон даже. Турники есть, можно подниматься. Прям то, что надо, ребят. Вот на бляхе это самое то, конечно. Но природа есть природа, блин, ребят. Ох, какая-то красота. Вот даже несмотря на шторм, там на дождь, который иногда сейчас будет идти там, или чуть позже пойдет, может быть. Но природа есть природа. Запах моря, блин. Просто вау какой-то. Бесчерпно. Море шикарное. Море в любую погоду шикарное. Хоть она даже разливается там. Вон она разлилась, волны еще приблизились. Вот это настоящий шторм уже. Смотрите. Я потрогаем водичку готов. Я вот на ногами пощупаем. Ну вода где-то 22-21, ну 20-21, не больше будет. Пынечки. Да. Море есть море. Разлилось еще больше. Ну море прохладное такое. Ну все равно, я бы искупался в такой воде. Если бы не было таких волн, вот, как в данный момент. Ну можно бы покупаться. Хотя почему-то красный флаг. Наоборот, черный должен быть. Ну, как у нас в Липецке положено. Водичка хорошая. 20 градусов точно есть. 100%. Надо будет градусник купить. Так как дома забыл градусник, теперь придется покупать градусник купить. Народу, в принципе, мало кого. Люди особо не загорают. Да, конечно, там дождь идет. Увидим просто. А вон там нервы даже попробуем. Вон. Вроде как. Или нет. Вон что, видите, ребят? Полоса какая-то. Отдельно. Вон там не снег. А вон там не снег. Ну, похоже, я тебе говорю. Вон люди купаются вовсю. Не боятся. Нет, она боком идет. Она как-то боком идет. Она может и на нас, но все бы. Так что, ребят, всем хорошего дня. Отличного настроения, шикарного вечера. Всем удачи, всем пока-пока. Встречаем на нахуй, смотрите в него. Ну и погодное видео. Дайте не знаю. Там вон. Не, 20 градусов где-то.
потом выйдем. Не, аж ничего не ходит. Ну, вот такой море, ребят. Да, морской воздух. Это самое лучшее, что есть. Лучшее, что есть в природе. Наверное. Так что вот такие вот дела. Всем пока-пока. Дождик пошел мелкий. Вроде как. Пойдет. Вот там сильный дождь идет.